Что такое призм? Призм – это полностью децентрализованная и саморегулируемая электронная валюта, новая реализация концепции криптовалюты, позволяющая любому пользователю быстро и надежно производить денежные переводы напрямую, словно передача наличных денег из рук в руки. Мгновенные P2P-транзакции, онлайн-доступ к личному счету в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Международные переводы в любую точку мира, фиксированная комиссия 0,5%. Независимость от глобальных финансовых регуляторов и Центробанка, полное отсутствие государственного контроля. Высочайший уровень безопасности и защищенности системы, отсутствие регулирования и централизованного управления эмиссией. Полная анонимность платежей и сопроводительных комментариев. Свободная конвертация призм в фиатные деньги. Возможность использования призм для оплаты товаров и услуг. Нет отмены транзакций. Бесплатная установка и простота использования на любых операционных системах. Один призм всегда равен $1. До момента, пока призм не вытеснит американский доллар из оборота. Уникальная технология парамайнинг, созданная специально для призм. Использование глобальной P2P-системы Prism Store для свободной конвертации по фиксированному курсу. Среднее время генерации блока блокчейн занимает 59 секунд и не зависит от количества транзакций. Для добычи новых монет Prism достаточно скачать электронный кошелек в телефон и положить в него всего одну монету, которая автоматически запускает парамайнинг. Это процесс, позволяющий без каких-либо затрат электроэнергии увеличить количество монет в кошельке. Парамайнинг запускается с первой монеты и останавливается автоматически по достижении 1 миллиона монет в кошельке. Прирост за 24 часа составит 0,49%, более 15% новых монет в месяц. Криптовалюта нового поколения – призм.